Принцип экологичности также в основе транспортной и градостроительной политики, в благоустройстве общественных пространств. Все эти процессы Вячеслав Гладков системно развивает, начиная с областного центра. Здесь важно отметить, чтобы было сотрудничество между областным центром, то есть местным уровнем власти, и региональным уровнем власти, именно сотрудничество, а не такая вертикальная система управления. Сейчас просто весь мир, да, все эксперты мира заняты, в общем, тем, что разрабатывают новые модели городских систем, которые не борются с природой, да, а способствуют сотрудничеству человеческой системы, да, городской, и, собственно, природных систем. В первую очередь, это революционный передел транспортной политики в сторону городов общественного транспорта. Причем важно, это экологически чистый транспорт, это различные электроавтобусы и так далее. Это перевод личного автомобильного транспорта на чистое топливо. Это один корпус вещей, да, транспортная политика. Второе, это политика землепользования и застройки в сторону компактного города. И третья политика – это восстановление природных экосистем в городах и ликвидация разрывов этих природных экосистем. Ну, то, как спланирован город, просто напрямую влияет на наше здоровье. Сейчас в Белгороде разрабатываются предложения по усилению зеленого каркаса жилой застройки и усилению зеленых связей улиц. Будет расширяться велодорожная сеть. В перспективе она покроет весь центр города. Разрабатываются концепции развития общественных пространств областного центра и периферийных точек активности. Их объединят в единый рекреационный каркас. Это позволит организовать непрерывные велопешеходные маршруты из центра города и за его пределы. От парка имени Ленина, улицы 50-летия Белгородской области и Архиерейской рощи до пикник-парка. В ходе